Ну, на лане, допустим, у нас примерно одна попыточка есть. Если мы уже второй раз упадем, то времени не хватит. Ну да, если быстро бегать, все делать. Так, хорошо. Ага, сейчас поставлю. Это ты, Ваня, сможешь поозвучивать на лане, кому кого кусать? Потому что я буду больше хилом занят. Вряд ли это смогу сделать. Сейчас меточку поставил. Ну, короче, это кружок в первую очередь ебаните, чтобы он бопы не вешал. Все в кружок играем, а потом уж тактика будем разъебывать. И все, и черепок. Ой. Проебали, пацана. Еще одного проебали. Ресаем. Да, ведите всех. Главное, агро не срывайте. Там стан им давайте, чтоб они меньше дамажили. Короче, зубы дал по дяде Стэну, блядь. Там не стесняйтесь. Может, Т4 ДКшная дать, чтобы меньше пробивала эту хуйню. В Акате дядю Стэна захиливайте сильно. В Акате захиливайте, его дамажит пиздец. Не проебите танков, холипалы. На мне два стана, блядь, висело. Ликендор, блядь. Заберите рыцаря. Ага. Что-то прям много привели в этот раз. Что там еще есть, что приводить? Рисуем пока. Ману сразу отбиваем. Ага, видите. Этот Абитея, да, и там пристабав, кто кого резнули. И этот лог в третьей пати, ты где? Бежишь к нам, нет?
Что-то не вижу, где ты вообще. Вон, ешьте, рыба-рыба стоит. Че, вы ведете там, нет? Луки. Где глазья ваши? Прием. Или что, или все? Локи. Вы тут? Что-то, блядь, не отвечают. Ведите эту хуйню. Было драйвера нету. Да. Шаклон уже. Глаз поехал уже. Во второй поехал. Зергайте его быстрее, тактика эту. На нем ДК агро хорошо набрал. Но то ее на всякий случай щит я дал. Здесь не сдохнет. Вон советник пришел. После тактика советника бьем. Вот щитки навешал. Что там еще пачка, да? Все вроде говорят. Пока рисуем тело. Проверьте, там все нет. Кто-то с локов. Так, пристабав даю. Все, пошли, заходим. Значит, рунмейт на килисете. Килисет отанчил рунмейт. Конечно, брать квест. Вот тут то же самое. Этот Валанара, кто с ХП будет в Акате танчить, дядя Стенталдорама. Рунмейт, значит, вот сюда забежишь. Когда будешь пулять килисета, рунмейт, вот сюда забежишь, звездочку спрячешь, он прибежит к тебе, станет спиной звездочку, и будешь уже все делать дальше. Давай, давай. На готовность, на пул. Это, нажимайте, готовность. КГЗ. КГЗ, ты где, блядь? Кто? Зорик, Зорик. Да, давай ты на ДК. Ну, если килисет активируется, чтобы частица на нем была. Блять, КГЗ нахуй. АФК? Ну так. Давай отчет. Он здесь. Все, отчет вон смотрим. Так, рога Валанара на вакате на пуль. Смотрите, агро не сорвите. Так, то я не сдохни. Если еще там стопани немножко. Ты забежал там в звездочку, чтобы килисет за тобой. Ага, во-во, хорош. Рейндж набираю между собой. Угу. Про кинетику я вам не говорил, кто кого, но в РДД все играйте по кинетику, чтобы она была не вот на таком уровне, как она сейчас. Все играйте по ней.
а подлетала в потолок туда высоко. Будет три шарика. Давай поназначаем. Четыре лока на кинетике, все локи на кинетике. Чтобы ни одна не упала. Если упадет и танк сферки черный проебет, его шотнет, то будете без лута просто. Просто без лута. Четыре лока на кинетику. Остальные тоже. Так, что там? Талдарам, да, давайте Геру. Это РДД максимальный рейндж от Талдарама. Ну ты видишь пружинка, что ты бежишь на нее? Кто это бегает? Марухич. Вот пружинка, видишь, появилась, отошел от нее. Видишь, она откидывает. Вот, вот этот шарик, который летит с Талдарама. Крестик выбирает целью. Вы это, двигайтесь, чтобы он пролетел, как можно больше людей задел, чтобы разрядился. Если окажетесь рядом с боссом, то вас шотнет. То есть он не разрядится, шотнет сразу. Все, келесит. Короче, не бейте, келесит, а вон играйте по этим, по желтым сферам. Келесит и бьете только те, кто не уешит. Ни локи, ни шипы, не идите туда. Только в одну цель, без всяких АУЕ. Милики тоже можете туда не ходить. Не срывайте с этого, с рунмейда сферки. Короче, если сферки спадут, стараюсь посмотреть за ним. Если сферки спадут, если ты заметишь, что они спали, сразу не закладывай. То есть наготове будь. Пока вроде нормально. Если что, зубы тоже держу. Все, идем дальше бить Валанера. Могущественный выхарь. Разбегаемся. Вот. Прожимочки там, роги, ложный выпад. Вот кинетика, сука, она вот чуть ли в пол сейчас не уебется. Вот тут вот, блядь, подбейте ее повыше. Вот, она исчезла. Все, идите другие бейте. Сейчас третий шарик где-то появится. Талдарами, надеюсь, добьем. Так, лут поставить. И сразу потом идем этот бить, как он называется. Трэш. Так, трэш пойдем бить вот с этой стороны. Кружок поставлю специально. Центрики с кинетику поднимать. Вон они все три на подиуме, на пьедестале. Локи, блядь, давайте, блядь. Чё за хуйня? Чё они так низко летают? Вас четверо, кинетики три. Тут появилось, где шкаф локовский стоит. Идите, побейте сюда. Я тут исповеди побил немножко. Смена цели 3 секунды. Сколько там хп у него, блядь? Идите, добивайте келесита. Со сферками просто отбеги, там агро уже нормально, 400 агро есть. Только Бладрейвен не бей. Бладрейвен не бей, сорвешь келесита, сдохнешь. Остальные бейте там, ешьте, дамажьте, похуй. Так, рунмейт. Рунмейда хилим хорошенько, добиваем уже 2 ляма. Все отлично. Сразу смотрите, танки, хилы, кроме меня, идем все трэш бить. Только на трэше там пачка будет, тактика в первую очередь. И это, аккуратно, не срывите агро. Один только на пульщик. Вот тактика, хуярим тактика все. Катушка. Пока на трэше побудь в танке. Таланы поднимешься, там спекнешься. Ну или сейчас вот эту пачку бьете, спекнешься. Бля, пиздец, конечно. Будь в танке, если еще машивый дашь на рейд, нормально будет. Давайте. Группу тут ставлю.
тактика, разъебываем прям быстренько. Там их два, по-моему. А, нет, один согрелся, разъебываем. Блять, минус то я сразу. Два, да? А, да, точно. Тут второй. Кружок поставил. После черепка кружок. Прям быстрее дамажьте. Ну, что с вашим ДПСом? Водрейвен и дебей. Блять. Не срывайте, только осторожно. После черепка кружок. Добьем три моба этих, дальше не агрите, реснем вара. Надеюсь, он еще раз не сдохнет. Сейчас два моба добьем, дайте реснуть. Сейчас начну кастовать хотя бы. Это ресы. Сейчас секунду, прям 5 секунд. Ага, все, заебись. Даю пристабав пока что. Каски по нему все обновляйте. Лапу сразу друид. Рослого сразу зергаем. Вот этого гуся. Кружок поставим. И остальную чепуху. Сейчас тактики будут. Сейчас ебану меточку. Вот звездочку зергаем. Так. Звездочку зергаем. А где второй? А вон он стоит. Вот чилит, да? Все, поднимайтесь с этой всей парашей и кружок бьем все. Поднимаемся, все, кружок зергаем, разъебываем. Рунмейт сразу на кружке. Рунмейт, твоя задача вообще на одном мобе только агро набирать, как на боссе. Чисто на кружке сразу набираешь, чтобы его не сорвал никто, и все его зергают. Остальные танки всю остальную хуйню танчат. Все, и заебись. Станы там, эти, сало там, сбивав костов, блять, всю хуйню. Откидываем, отбрасываем. И то я не буду дохнуть тогда. Все, добиваем. Так, сейчас вам на этом боссе Ваня будет говорить, кто кого кусает. Вот первый укус, скорее всего, словит какой-нибудь или Марсес, или Лок какой-нибудь топ ДПС. Сейчас объясню, что кому делать, какие кому прожимки нажимать. Так, Зорик, у тебя тоже массакра есть, да? Отлично. Собираемся, пьем ману, сейчас внимательно слушаем. Значит, рунмейт, ты, дядя Стэн в ДД? Чё? Да, иди, если тактику знаешь. Значит, рунмейт, ты танчишь босса как основной танк. И когда ты бежишь, ротацию такая у тебя, 3 ЛПшки, 2 ЛПшки, кровотвод ЛПшка, потом усиление и сразу еще 3 ЛПшки. Вот. Дальше все там по откату ЛПшки ебашишь. Ешьте рыбу. В акате тебя что касается. Ты когда бежишь с пула с рунмейдом, ты не жмешь ни таунт, ни тарелку, никакую поебень не нажимаешь. Ты просто автоатакой бьешь босса и бежишь рядом с рунмейдом встаешь. Вот. Укус там кому надо передастся. Никаких таунтов не делай, иначе укус на танке будет. Дальше. Присты. Холи присты. Я на себя антифир кидаю. Когда этот босс взлетает, даем точечный диспел по человеку, который бежал с тенями, чтобы он не сдох. Все остальные хилы, то есть его захиливаем. Ну, дотку там кинем, щиток, всю хуйню. Значит, по прожимкам. Рунмейт на первой взлетке будешь давать незыбку. И вместе с тобой будет давать хулилайт массакро. И гимн на хп буду давать я. Вот. На второй взлетке будет вакати давать массакро и зорик. Вот когда она взлетит, уже вихрь начнется. И гимн на хп будет давать ШП и холиприст. Вот. Касательно остальных всех. Значит, маг, все паладины, кроме протопала, вот два ретрика, холипалы, свои баблы оставьте. Желательно, конечно, на вторую взлетку. На тот момент и на первую можете отдать. Если вы побежали с фиром,
И босс идет на взлетку в центр. То есть, чтобы вас в лужу не загнало, нажимайте бабл сразу и дальше переживайте вихрь. Вот, то есть, основная задача паладины. Капля, значит, ну давай, один хулилайт давай на вакате, а зорик на этого нуронмейда, и все, и дальше рейд хилите. Так, антифир, хил, ты в диссе слышишь меня? Плюс они что-то, ебани, напиши что-нибудь. Вот, это самое. Ты антифир даешь на себя, на пули босса. Когда фир пройдет и до следующего второго взлета у тебя он откатится, и ты его еще раз на себя повешаешь. Вот. Помочь ассистить, на кого говно кинется. Да, можешь говорить. Ваня будет только укусы говорить, кто кому будет кусать. Вот я потому что, чтобы щитки не отвлекался. Вот. Так, ну что, в принципе, все сказал. Проверка. На первой взлетке ты с рунмейдом даешь. На первой взлетке. На второй взлетке Зорик и Вакати дадут. На вихре именно. Блять. Да, ладно, отдай так. Надеюсь, не сдохнешь. Отдай так, как отдаешь. Забей хуй, это самое, Эршам здесь? Принимай готовность. Чё ты говоришь, Андрей? На рынже стоим. Этот самый, давай, сейчас хилы вам поставлю. Нет, не пулять, блять, убрать. Не бежите, танки, стойте на месте. Значит, Женёк, хулилайт звезда. Этот, Зорик, кружок. А хотя не, под боссом стойте. Оба под боссом стойте. Только выбегать готовьтесь. Эршам звезда. Холи прист. Кружок. А я стану вот здесь в ромбике. Вот. Вот эти метки на взлетке не занимать. Здесь стоят хилы. Имейте в виду. Холи палы там где-то это. Стойте возле лестницы. Сейчас даже вам ебану метки. Для вас. Давай так. Холи лайт. Треугольник, а этот Зорик, луна, вот где-то там вы стоите. Я имею в виду на взлетке, чтобы они там стояли. А так они под боссом будут. Ну, если лужа будет просто рядом, разберутся, конечно. Сейчас, ага, лут поставил. Давай еще раз проверку. Приготовьтесь. Припоты пить всю хуйню. Кот, Флаффи. Все готовы? Давай отчет. Милик, сука, нахуй. Какого хуя ты стоишь? Спак там, нахуй. На ком это был, блядь? Ты тоже бежишь сбегаться. А не РДД, блядь. Сука.
Давайте хилы помощнее хилим, хулипалы посильнее ебашим. Ршам тоже посильнее цепухами, почаще. Все, ГЦ. Ложитесь. Да сдохли нахуй уже все. Кто там не вынес тени? Куда? Какое фернуло, блядь. Давайте, какой-то энх с гильдии там кто-то встаньте, блядь, и ресните, дайте масрез. Босса только не сагри. Масрез есть у тебя? Сбегаемся все, максимально быстро пакт сбегается. Дольше сбегайтесь, нам больше хили. Чё там по хпсу, блядь? Хули лает. Иршам, пиздец, что-то маловато, нахуй. Чё-то там маловато. Сколько хосты у тебя? Это всех, нахуй, просаживало. Тут, блядь, босс две механики, нахуй. Передать укус, вынести эту лужу ебаную, нахуй. Не как дядя Степа ее разлил, нахуй. А вынести по стеночке, разнести. И сбежаться с тремя красными лучами, нахуй. Трем людям, блядь. Раздуплитесь резче, нахуй, с этой хуйней. Сейчас, если квест не делаем, идем дальше всю хуйню. Там захиливать Вальку, блядь. АФКшить, блядь. Вам это надо, эту хуйню убить. Так что, блядь, и время, чтобы не тратить. Мы тут долго сидеть не будем. Сколько у нас времени, блядь? Времени у нас... Сумоним. Сейчас засумоним последнего пристабав. Всю хуйню, все бафы. Давайте резче отъедайтесь, бафы раздаем. Желательно, чтобы не ловили милики первую вот эту хуйню, потому что мы еще в бирсу уберемся. Нужно, чтобы какой-то РДД словил. Милики на двух взлетках... На двух взлетках милики... Не бьют по 20 секунд на каждой взлетке, блядь. Это огромная потеря. А, все, давай. 3, 2, 1. Демон, рейндж слови. Отойди от меня. С центра. Блядь, кто это? Быстро двигался. Сбежались.
по Марукичу этот самый диспел. Прожимки даем. Даю на хп. На Марсезе был укус? Рога нахуй, чё за хня? Заходите в лужу. Один рез только. Да. Рога, ты тут первый раз, блядь. Нахуй мы сюда пошли вообще, блядь. Квест, блядь, послушаешь вас. В кого ты БР скинул? Я хуею. На кого? Рога, кот, нахуя? Нахуя, кот? БР ты скинул. Ебать. Прикалываешься? Сейчас лука резнем, да посумоним вас. Хилы, вставайте, ману, резайте. Тыкайте в шкаф. Кто под боссом лежит, вставайте на ступеньках. Че у нас там по времени? Последний трай, да? Тыкайте на сумму. Последний трай мы на квест сделаем и все. И сосем бибу. Рога нихуя не знает, нахуй. Тактику почитай в следующий раз, чтобы на следующую КД, когда пойдешь в пугареть, блять, чтобы ты знал, что тут делать. Бегаешь, нихуя не знаешь. Хорошо. Тебе повезло, что я добрый РЛ, блять. Так бы тебя кикнул нахуй. Кикнул бы нахуй. Минусов понахуярил. Короче, три тела осталось присумонить. Последний трай даем нахуй. Сейчас СС и можете раздать локи там, хуй знает, на себя дайте, блядь. На Марсезе вон ебаните кто-то. 4 СС. В принципе, у нас этого БРа нету, нахуй, считаю вообще. Помощи нет, куда будут ждать. Этот, то я здесь, все, даю пристабав. Последний трай. Ебланите, значит идем дальше. На Вальку. Да забей хуй, женек, нахуй. Давай, что там, отчет. Зорик. Да, пускай. Он пьет, сидит. Сейчас немножко порезает на фул. Да не надо, в бою кинешь куда-нибудь. По шаману там. Или по хапресту. Три гимна на ману есть, в принципе. Поехали. Где он, что-то не вижу. А, вон. Так далеко прям. Thank you.
Сейчас вот эти сфером тени надо будет его захилить, сдиспелить. Да. Так, сдиспелил. На хп даю. Кяс лежит, но дальше пробуем. Как сдох, хуй знает. Давайте этот Вакати и ШП читай на ХП. И Холи Прист. Вот одного уже проебали, блядь. ВРКД нахуй там. Сбегайтесь резче. Рога невменяемый, блять, убивайте его быстрее. Сейчас он задамажит нас. Че там до Геры? Геру надо давать, не? Сколько там сил? Скорее всего не хватит ДПС. Не, 13 лямов до берсы, 4 тела сдохли, секунду до берсы. Сейчас она всех шотнет. И там не добить. Ладно, квест охуенный, мне понравилось. Круто сделали квест. Пошли Вальку захилить. Сдохни быстрее уже, блядь. Сдохни, Мейсон, быстрее. Заходим в инс, идем на Вальку. Да, а нихуя себе. Странная хуйня. Не, если этого босса бить, надо и составчик немножко РДД побольше, нахуй. Потому что у нас 13 миликов, это, ну, это очень нереально, нахуй. У кого Вовка зависла, это, когда бой в инсте еще есть? Да понятно. Пошли Вальку захилим, там на профа заглянем.
Там по времени глянем. Да миликов дохуя, просто ты считай, на взлетке не бьешь 20 секунд нахуй. Просто 20 секунд минус нахуй. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Ну, либо хила там спекнуть, хуй знает. Ну, можно, можно. Да, там жестко будет пробивать, я знаю. Либо сопрут и пить хилам, нахуй. И тряпка. Хотя бы хилам, блядь. Короче, Вальку идем захиливаем. Да. Короче, смотрите, план такой. Сейчас Вальку захиливаем, разраливаемся и это, перекуриваем. Потом пойдем профа, если время есть, профа посмотрим. Ну, Алана это ж, если профа убьем, потому что смысла не будет. Ну, или если не хотите профа, блядь, в принципе, мне похуй. Можно и на Алану сходить в одной точке трай дать. Постоим в одной точке, побьем. Давайте, танки, вы тут? Че стоите? И башим. Тал зубы под ДК. Сбрила. Левую милики бьем. Короче, бьем вот этих двух мобов. Вот это правое РДД бьем. Кружок поставил РДД только. На охотнице там агро набирай. Отверни ее от рейда. КГС, вот, блядь. Захиливаем рейд, вот отлично. Гриб. Блядь, ну вы чё вы там делаете? Да, миликов надо поменьше в такой рейд. Какую-нибудь совушку, еще мага можно. Вот вместо варов бесполезных. Варов штуки две, одного хватит даже. Да их дохуя нахуй. Ну, на взлетке, я же говорю, 20 секунд не бьют. 13 миликов посчитай, сколько это ДПС. Просто где-то 5 миликов сменить на РДД и сразу проще станет. Ну не таких, знаешь. Да не в этом дело. Ты смотришь свой с укусами, сравниваешь. Нужно нормальных РДД, не которые вот там, блядь, 9 тысяч дают, там всякие там, блядь, вон Марухич 10, там, не сколько было, быстро двигался, что-то маловато. ШПшник. Сбили кастка.
Охотница стреляет, захиливаем рейд. Волководец станется, кстати, в вихре. Вот давайте ему стан. Станов дохуя в рейде. Только именно в вихре надо давать стан, чтобы диминишинга не было. Женек, блядь, да, не афкаш, иди сюда уже. Слышишь, а Саня не говорил там, вот эту всю хуйню, если мы на гильдию сраливаем, мы епшим, также ставки делаем, да, и только половину получаем ЕП. Типа, что второй хуёвый рейд, да? Или как там? Что-то забыл. Ага. Да не... Ты ещё... Если не был... А, ну все. А я что-то подумал, что всем 1200, типа по 100 за босса. То есть, кто не был на замене и в первом рейде не сидел, кого вчера не было, получается, ему фул получается, да, ИП? Тыщ... Короче, вот, допустим, меня вчера не было, это, подожди, не вчера, а когда это было, пятницу, да, пятницу не было, вот, я сколько получаю, 1200 за 12 боссов, 1200, или 2400 за 12 боссов, ну, за босса по 100 или по 200? Ну, у меня написано там, что я на сутках. Я каждое КД пишу. Короче, мне он только про Марухича писал, что за приход 25 что-то писал. А как я, блядь? Угу. Да и ты 1200 это за фул. Я... Сколько боссов убили? Вот 8 убьем, 800 получается. А, то есть... То есть похуй сколько боссов, да? Ну давай, заходи. А, ну все, понял. Этот самый, он только за Марухича мне говорил, что он был, ему не начислять вообще, потому что он фул получил, да, Марухич? Ну все. А, не хилить, сори, блять, на автомате. Ага. Ебать, что ты делаешь, нихуя себе, сука. Это какой лог с этим, с доспехом будет? Какой из логов, скажите? Метку ебану. Такой. По коту надо или что, хилить? Или что из лока лучше? Ну, давай на кота тогда поставлю. Что там? Это, хулипалы, через кота вон треугольник поставил. Будь в форме кота постоянно там. Нету. Локи, ставьте кто-то доспех, блядь. Кто-то из вас, блядь, плюс в рейд.
Так, Шаклон, давай ты. Сейчас на тебя. Вон лог, треугольник поставил. Шаклон, блядь, давайте. Снимайте готовность. Сука, треугольник поставил, блядь. У тебя что, не отображается в рейд-фреймах? Первый пати лог, шаклон, блядь. Сука, женек. Это самое. Кот, давай лапку быстрее. Летайте! У тебя экран смерти сейчас? Подожди, не пуляйте, блядь. Ты же вылетел, женек, что ли? Женек, ты тут? Блядь, давай быстрее, скажешь, как готов будешь. Звезда и кружок летают, остальные трое хилят. Все. Танки справа-слева разберетесь, кто стоит. Все, пошли и башим. Надеюсь, Тови не сдохнет. На тебя вообще, блядь, частицу надо давать, блядь. Вон подавление сначала разъебываем, потом всю остальную хуйню. Подавление вон слева на не бьет, блядь. РДД, вы где вообще, блядь? Кого вы толстого бьете? Вас в цель повыбирать, это пообзывать, что ли, или что? Кто это стреляет? Петы ваши. Сука, сначала подавление бьется. Вот вышел скелет исторгающий, блядь. Вот его надо убить в первую очередь. Звезду поставил. Иначе он парашу будет кастовать. Сука, а где у меня сковывание нежити, блядь? Вайпанемся еще, блядь. Вот, блядь. Милики, вы вообще от этой хуйни, от волдырной, отбегаете. Нахуй взрываетесь. Еще щиты на вас тратите. Вот волдырного РДД добивают. Милики мага. Миники отбегают. Пол рейда нахуй, да. Бомжи, блядь. Вот поганище для танка вышло. Вы бьете подавление сейчас. Анархия полная, блядь. Блять, вы еще перед толстым стоите все по 5 человек, нахуй. Викиндорф, блять. Где вы там сдыхаете? Ну так отойдите от него, от толстого. Пускай он его танчит. Ребята, блять. Вот разгром кастуется. Вот, сука, вы если, блять, трэш играть не будете, сука. Блять. Три тела сдохло, нахуй. Сейчас надо играть еще сильнее по трэшу. Еще быстрее убивать. Потому что вы, блять, хуево по нему играете. Милики бьют магов нахуй сначала, блядь. РДД бьют Валдырного. Подавление бьют все. После подавления бьете магов, потом всю остальную поебень. Валдырного и Толстого в самом конце, блядь. Подъебало к Толстому. Не заходить, блядь. Румынские вы разведчики, блядь. Три тела сдохло, блядь. Вон подавление стоит слева. Какого хуя? Живые мобы стоят. Вот, быстрее убивайте их. Вот, маг, исторгающий пламя скелет, нахуй. Справа вышел, фул ХП, нахуй. Весь рейд хуй пойми где, вот звезду поставил. Не води его туда, нахуй ты его туда водишь. Наоборот, сюда поближе подводи, вот. К этому, к центру, нахуй. Милики бегают по 50 километров. Туда, 50 километров отсюда, блядь. Миликов полный рейд. Ты стоишь, танчишь, где мобы выходят. РДД вон по Валдырному сыграют. Эту хуйню зауешите. Верховный маг, нахуй, вышел. Гриппайте его тоже. ДКшники в рейде есть две штуки. Толстый для танка, нахуй, вышел. Его сейчас никто не трогает. Под ебалом у него никто не стоит. Хулипало он не бьет, блядь, танк. Вот. Стаунтите толстого. На Зорика бежит толстый, блядь. Дай ему стан, если нет, если стан таунт КД, блядь. Давайте, начинайте играть, нахуй. Что, кнопки свои забыли, блядь? Давай, таунти, набирай агро на нем. Пиздец. Два танка толстого заберите. Кто там нахуй? Вот, рунмейт, давай. РДД, убейте Валдырного. От Валдырного милики отойдите, блядь. Эршам утонул взрыв, блядь.
Что, еще, наверное, одни порталы, да? Вот поганище, это для танка идет. Его никто сейчас не бьет. Вы бьете только подавление мелкое. Забирай, кто там в акате, отводи его. Вот где лужа черная. Да, вот здесь стой, отверни от вальки. Вот, стой, заебись. Мага там словишь, гнев небес, ебани. Все, подавление разъебали по кругу. И сжигающий пламя скелет справа. Вот он, блядь, все его ебаните. Вон звезду поставил. Че у вас там, Женек? Женек. Женек, блядь. А, они все захилили. Я не смотрел, сколько у них стаков. Все. Это. Он там дрочит что-то. Да кто там дрочит, блядь? Заебали. Сука. Ой, блядь. Короче, сейчас разрол и перекур. Давайте сейчас соберем, все разролим. И пойдем на профа. Или на лану. Ну, кого хотите, блядь, проголосуем. Так, тапки на танк хорошие. А, че, анрол надо кому-то в гильдию? Там сразу говорите, че буду линковать там. Ну, скажите, короче, блядь. Че прям сильно надо. Запы с кораблей, да? Хорошо. Посмотрим. Так, поехали. Че у меня, где здесь, блядь, начало, где конец? Сука. Запы на танка с ребра. Поехали. Рунмейт в акате. И дядя Стэн. Надо вам? Так, рунмейт. Да, хорошо. Этот самый... Ваня, начислишь, да, там, десяточку? Этот. Сейчас на себя звезду дам. Рунмейт обмен кидай звезде. Да, поснимай, а. Так, рунмейт. А, у тебя он не в гильдии. Я хуй знает, не помню, кто в гильдии, кто нет. Так, кольцо повелителя скелетов. Бисовая. 5к ДПС прибавляет. Рольте, блядь, что за хуйня? Никто не ролит. Меткость, скорость. Да? КГЗ, Фобос, Викендорф. Мини-вейл, нахуй. Сука, минус 20 кролл, он ты один хуй выиграл, нахуй. Ну, давай обмен, похуй, Рога. Заебал. Рога, блядь, где ты? Давай звезде обмен. Каких кольца? Рога, а нахуя оно тебе? Капы подбить? Рога... Рога, ты берешь это кольцо, да? Или что? Или ты по приколу кинул ролл? Сек? Ну давай, думай быстрее. Не, не надо. Ну, давай, это... По ЕПшке Фобус, Викендорф, кому там из вас больше надо? Порешайте там. Кто мейн, кто твинг, блядь. Пока что вы там решаете, блядь. Следующую хуйню вот эту бесполезную. Кто, Викендорф? Давай, обмен кидай. Так, на этот, на кинжал... Флуфи на оф ролиш, Калвиш на мейн, Калвиш обмен, Флуфи кот, Калвиш обмен. Далее. Танковское кольцо. Парирование, защита, уклонение. Танки рольте, надо кому-то кольцо бисовое. На оф, нет, там лок на мейн, на оф, если бы лок не ролил. Так, дядя Стэн, рунмейт. Кому с вас больше надо? Дядя Стэн, офспек? Рунмейду, да, тогда? Давай, рунмейт. Рунмейт, давай, обмен. Дальше. Штаны обоссанные на энха. Бета-тестер. Ну, давай, обмен, бета-тестер. Следующий. Обоссанный лук. На рогу, нахуй. На трансмут. Короче, лук на трансмут. Там кто-то кинете, там обмен. Есть. Кольцо бисовое на хила. Навара, руш, давай обмен.
Кольцо бисовое на хилак. Тоже ральнуть, что ли, блядь? Где у меня ролл, блядь? 5, нахуй, ГЦ, блядь. 68, шаклон, я так понял, да? Хила 83. Подожди, хила 83. Давай, хила обмен. На лук там не забудь кинуть. Так, ну я пока пропустил это, как он называется, запы потом. Точно их, да, берешь? Ну, анролом берем. А, ну хорошо. Давайте плащ пока тогда. Катушку тогда, наверное. Может, надо кому-то в гильдии. Хила, давай обмен на плащ. Раш, кинь обмен тоже, блядь, после него на это. А, да я не это не вижу, где ты. Дальше. Давай, запы, ролим. Кидайте ролл, там, милики. Так, раш, лук. Чё, выиграл, да? О, ГЦ. Так, ну а чё, там, в Акате у тебя мейн ретрик? Смотри, там, чё-то как-то епешить будем или чё? Мейн ретрик, надо тебе, да, эти запы? Ну тогда это, епешить или не епешить, я хуй знает, как вы будете. Ему отдаем или тебе? Или смотрите, как там, что будете ставить, типа, или я хуй знает. Короче, в Акате, да? Пацаны. Короче, в Акате, это где ты, блядь, там? Подойди, кидай обмен. Там сколько отнять там сами, это, десятку или по ИПшке и потом передадите, короче. Я пока ему закинул. Пока с этой хуйней разберитесь. Токены пошли, покоритель. Я этот, и холик, и ДЦ, и ШП, у меня все есть. Покорители только два человека, что ли, ролят? Давай, Флаффи, обмен, код. Где ты? Дальше. Я уже передал токен. Поздно что-то выкинули. Освещение этот завоевателя. В Акате 92. Так, давай в Акате обмен. Этот, кому там с гильдии надо? Тоже сейчас поепешим. В Акате, где ты? Ты кидай обмен, что стоишь? Тебе на офф. Вот сейчас кто на мейн, это кинешь еще раз. Вот эта хуйня. Не то, это БЕшка. Вот эта хуйня. Праздничное очарование обоссанное. На каком-нибудь офспек там, хуй знает. Это тоже БЕшка. Падал? Падал, да, с кораблей. По-моему. Вроде падал. БЕшки все нролятся. Все БЕшки. Запа, я что-то не помню, что там было. Так. Фобус. Фобус, ну я тебе, короче, давай, где ты там? Забираю эту хуйню. На холи пала топовая. Сука. Не багруха, конечно, но почти. На энха, бисовая хуйня. 100 тысяч ДПС дает. Черный убойник, блять. Расхватываем. Травма, ты говоришь. А травма вообще кому нужна? Ну-ка, кому нужна? Марухичу? Хила вон ролит. Да, это понятно. Вон орешка. Так, орешка, на. А там по ИПшим. Орешка, где ты? Вот орешка. Да ее. Там может этот Марухич на хила возьмет. Они же ЕП будут ставить. И этот убойник тоже на комплектах, блять. Дополнительная хуйня. Кисти рук. Руль. Сейчас катушку. Да, по ИПшим. Че непонятно, все по ИПшим. Перчи бисовые. На кота. Давай, кот, обмен, пока там ролл не кинули сотку, нахуй. Быстрее кидай обмен, ебать.
Да понятно, что шлак. Кому-то интересно, с травмой поверили. Так, обоссанные плечи и обоссанную голову никто не будет ролить. Вот эти две хуйни линканул. Распылю, короче. Вот эту хуйню. Давай, кидай обмен. Этот самый. Вот эта хуйня. Сейчас большим буквами пишу. Unroll. Unroll. А кому я сейчас в обмен кинул? Коту, что ли, кинул? Подожди, я не тебе, походу, отдал эту всю хуйню. Кот, я тебе отдал, да, вот эту хуйню с духом? Вон, это коту кинь обмен, он какую-то хуйню там взял. Плещи с хостой и шапку с критом, по-моему. Так, катушка лежит. Вот эту хуйню надо тебе, Фобус? Латную. Давай обмен. У кота взял эту хуйню? А он на хэпала хочет одеть с хостой, блядь, парашу. Ну и штаны, кстати, такие. Тебе эту хуйню, походу, всю и отдать, да? Давай, я тебе нахуй никому не... Жестко будет. Ну и, короче, тапки на танка остались. Танки для вас хорошая, охуенная тема. Прям хорошие тапки. Ну, рунмейт, наверное, да? Рунмейт. Давай рунмейт. Будешь отличным танком. Кидай обмен. Где ты там, блядь? Я заебался за вами бегать, кидать обмен. Все. И это, какие там шмотки остались у вас? Не. Вот эти, которые за 10, это хуёвые. А вот этот, ЕПшка, вот давайте, за катушку. Травмокатушка и запы, да, по-моему? Ну давайте, запы. На запы в акате ставят, ну допустим, 100 ЕП нахуй. Все, никто больше не ставит. А, ну все, никто не против же, больше никто не будет ставить. На запы. Все, запами порешали. Дальше этот самый токен. Вон токен. Давайте, линкуйте. На мейн кому надо, вон завоевателя. Ставьте ИП. 100, 200, 300, мне не надо. Локи, паладины, кто там? 10, вон Фобус. Все, это никто не ставит. Передавайте Фобусу и 10 отнимешь. Этот самый. И что, запами разобрались. Токен. Покорителя я коту отдал. И катушку давайте. ЕП. Ставим. Катушка у меня лежит. Ставим гильдия. 10. Кто больше? Все, Марсес за 10, что ли? Давай, где ты? Где ты, Марсес? Давай, обмен. Все, Марсес 10 ИП, катушка, нахуй. ГЦ, блядь. Наверное, что-то есть с лича. Ну все. Это самое. Перекур. Ну давайте сколько? 5 минут. Че потом. Че по времени, кстати, у вас? Кто до скольки играет? По-моему, сейчас 16 уже. Марухич, да, Марухич. Ну, сейчас люди уже спать пойдут, у кого-то уже час ночи, значит, все на этом. Значит, сейчас не ливайте спать и пока. Что это получается? 1200 он говорил, да? Только... А Марухичу надо отнять, да, 1200, чтобы у него не было дохуя? Так. Ага. Так, 1200 второй рейд целка. И Марухичу минус надо сделать. Так, Марухи что отнял? Ну все, вроде, получается, все. Так. Это ДС, сколько, две или три штуки. Это куда, в ГБ закинуть или кому-то с вас отдать?
Да, 8 боссов. Ну, ДС кто собирает? Мы же собираем кому-то ше. Все. Все. А в какую ячейку это скинуть? Там никто же не спиздит в последний, да? Я хуй знаю. Все, кидаю туда. Да, кстати, давай на почту закину. Все, на почту кину.